Всем привет, вы находитесь на канале Fast Guard TV, мы с вами продолжаем Road 96. Четвертый эпизод, четвертый персонаж. Получим ли мы способности? Надеюсь. Закончим ли мы истории персонажей? Вот что меня больше всего интересует, потому что Зои вроде как идет, и Зои идет неплохо, а вот у всех остальных встреча не одна, судя по процентам, а персонажи заканчиваются. У нас, по идее, еще только два, после чего будут подводиться итоги всех событий. Все, на что мы пытались повлиять, все, что мы сделали, приведет к какому-то заключению у каждого персонажа и у целой страны. Давайте продолжать. Hello, Sonia Sanchez here. Welcome to the Sonia Show. In a news exclusive, I've learned the brigades have recently attacked two officers transferring a prisoner. The brigades overwhelmed the officers during a refueling stop and released the prisoners. Here tonight is Officer Green, who fortunately survived this brutal attack. Officer Green, can you tell us what happened? Well, me and Officer Thompson were refueling on our way to a more secure facility when we were suddenly attacked by at least 10 brigades. Terrible. These brigades, they're just violent criminals. Is there anything we can do to help? Yeah. If anyone knows anything about the people who did this, or have seen these fugitives, call the Sonia hotline or your local authorities at once. Thank you, Officer Green. Well, you may have heard the rumors that a teen fled our country using abandoned tunnels running under the wall. The story is false. I was told this by no other than our great leader himself. No tunnels like this exist, said Tyrak. He even joked that if they did, he'd use them to avoid the traffic jams at the border. Now let's take a moment to look at the latest candidate polls. Looks like Tyrak is still the preferred candidate. Nation, vote for Tyrak. Nothing less than our democracy is at stake. As you know, the Sonia Show is very concerned about our youth who continue to mysteriously disappear. Let's view today's missing teen report. Ну, продолжает расти процент, не знаю, как это происходит, потому что Remember, я пытался давить. If you have any information, please call the Sonia hotline. Так, 15 лет, 5 долларов, вряд ли, 16 лет, 17 долларов, но 2 энергии, или 18 лет, 17 долларов и 6 энергии. Срок, конечно, поменьше здесь. Давайте возьмем тут мадам. Либо ее, либо его. Ну, блин, 2 энергии. Накопить можно, а тут потратить. Даже не знаю, ладно. Июля. Ну вот, смотрите, то есть у нас... окей, одна встреча с Зоей, мы завершим ее историю, хорошо. Джон, половина, Фанни, половина, Алекс, четверть, ну, треть. Стэн и Мич, треть, Соня, треть, Джаред, четверть, ну, то есть... Видимо, это из-за наших решений. Все-таки встречи с персонажами происходят здесь из-за нас, а не по сценарию. Супер саппер. Супер ужин. Господи, что вообще происходит? Разбой, тын-тын-тын-тын-тын. Можно карт найти. Блин, но я бы купил все кассеты, но... Нормальную работу ты найти не пробовал? Whoa, don't be such a hater. I don't know if you noticed, but a lot of people don't have jobs, despite what Tyrek's economic reports say. Сколько у нас вообще собранных предметов? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять мы не нашли из 18, да? Половину нашли.
половину нашли, это вторая кассета, на которую я просто не хочу тратить деньги. Я думаю, вы меня поймете. Остальные надо либо искать, либо мы их еще найдем. Либо они в других сюжетках. Потому что какие-то сценарии мы совершенно точно не видели. Тин-тин-тин. Сейчас сначала поищем, посмотрим. Опа, нет. Хотя это шанс получить отмычку, возможно. Но где эти два идиота? Если здесь стоит их мотоцикл, то они тоже где-то должны быть рядом. Так, и что у нас здесь? Крекеры. Ну да, они хороший я человек, но что? Странно, что кассеты красть некоторые надо. И странно, что это влияет на репутацию. Я все еще, кстати, не понимаю, на что все-таки влияет репутация сама по себе. Я делал много хорошего, но много нехорошего, чтобы выжить. Ну, такого, знаешь, нейтрального. Я бы не сказал, что это прям завладения какие-то. Но... Нет, денег у меня нет. Конечно. And if you want something else, you'll have to get it from the menu. Да, все норм. Можно было не красть там еду. Ну ладно, максимум энергии зато. На протесты ходишь? Yeah, but maybe not as much as I should be. I'm pro florist, after all. Oh no! This here, ladies and gents, is what you'd call a robbery. Woohoo! Nobody move! Dudes, just take what you want. We got burgers, we got fries. You're safe. Where is it? Well, this is a super surfer. Wrong answer, friendo. I'm holding a shotgun. Well, gun or not, the super surfer still doesn't have a safe. Кассир правду говорит. And who asked you? But Super Supper, like, still has a register, bros. Now you're talking. Mitch, give me that bag for the loot. The bag? I thought you had it. Mitch! Ребят, вы в этом не разбираетесь. You shut your pie hole. The piggy bank. Put the money in the piggy bank. Okay, fine, but that's my piggy bank, man. Okay. Mitch, get the pig. I don't think I should leave the door, Stan. You know, in case someone comes in. Are you killing me, Mitch? Я могу помочь. Then do it. Конечно, всем сохранять спокойствие. Take the pig and get everyone's money. Time to donate to the Stan and Mitch fund. Ваши деньги, пожалуйста. Kid, I have an idea, but you have to trust me. Хорошо. When the time is right, I'll scream my head off, and you jump on the guy with the shotgun. We don't have all day. У меня есть план получше. Well, somebody has to do something. Пожалуйста, просто отдайте деньги. Oh, fine, take it. Hey, stuff that pig, kid. Сэр, прошу ваши средства. I'm sorry, but I can't. Get the money, kid. В смысле? I refuse to give these S&M freaks a single penny. Они уйдут, если дать им денег. We do that, and they win. Can't you see? Не волнуйтесь, у меня есть план. And you need my money for that plan? Is that it? I wasn't born yesterday. What are you doing? We ain't Пожалуйста. No. Покормите свинку, хрю-хрю. I won't. I refuse. Давай. Вот 25% уже. I won't. Ладно, ребят. Okay, Richard? I'm so scared. What are you doing? We ain't got all day. My heart's gonna explode. Вам нужно дать мне деньги. Hand it over. I don't want to die.
Please. His heart can't take this. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы его успокоить. Thank you. Ричард, как вам помочь успокоиться? Хорошо, скоро вернусь. А у кого просить-то? Братан, кассу вторую открывай. О, конечно, да, сэр. We don't have all day. Come on. All right. Take it. Неужели? Как вы себя чувствуете, Ричард? Better. Get money and that pig. Thank you, kid. I trust you. You've got to save us. Ага, сейчас пойму как. Деньги у меня. You sure they have nothing more? Да, все тут. Stan, over, вот, Стэн. You made it rain, kid. But now you're coming with us. Yeah, wouldn't be a good robbery without a hostage. Stan and Mitch rules. Ah, get off of me! Let's go, Mitch. Whoa, you saved our lives. Oh, it's just too bad they got my pig. Dude, my dreams were in that pig. Мы просрали все шансы получить отмычку. И что делать? Можно и пешком пойти, кстати. Да, если бы я ничего не делал, то они бы просто меня забрали. Ну а как что? На что был расчет? Что я смогу его уломать как-то? Каким это магическим образом должно было произойти? Пошлите, пройдемся. А то как-то пешком я не перемещался еще особо. Каждое путешествие уникально. Надеюсь. Walking in my shoes. Can you hear me? What's that noise? It's a bug messing with the connection. But don't worry. Prepubescent Einstein here is gonna fix it. Help me a sec, homegirl. I got a bug I need to fix. Поможешь мне взамен? Yo, we live in a quid pro quo society. What happened to altruism for the sake of altruism? But yeah, fine. I'll give you a little something something. Who are you talking to? Don't sweat it, Mr. Yu. It's just a hitchhiker. Что мне делать? Take this computer. I put a metal detector on it. Check the ground near the pole over there. Компьютер Алекса, он что хочешь, может сделать. Should be some hidden keys to open the box and reboot the line. Мне, пожалуйста, киберпанк в 4К с рейтрейсингом. Ржавая банка годится только в мусор. Угу. Так, нет, портить Флоренс мы не будем. Ржавая банка. Hold on, Mr. Yu, hold on. The road. We're doing what we can, да в процессе же. Как-то с деньгами не прет у меня в этом. Оно, в принципе, перестало работать. О-о-о-о. Ключ от телефона и будки.
You hear me now? I do, yeah. So, as I was gonna say, the fake emitters are all in place. Should keep those pigs busy for a while. Thanks, Alex. О чем речь? I put up some fake radio emitters to help the brigades. Как им это поможет? They got an illegal radio broadcast. The fake emitters throw the cops off. I gotta run, Alex. Wait, my parents. Sorry, kid. Now's not the time. We'll talk soon, okay? Promise. Don't hang up. Yo, press the button again. Не вопрос. Are you there? Too late. He's gone. Все в порядке. I'm fine. Just a little frustrated. Почему? I'm looking for info on my bio parents. They died when I was young, in the attack in 86. But I haven't come up with much. Не останавливайся, не сдавайся. Thanks. My mom, I mean my adoptive mom, said I might not find out anything, but I didn't believe her. Она знает, что ты сбежал? Yeah, she does. But that's really all she knows. Come on. Let's wait out the rain in the booth. Может, позвонишь матери? I don't know. Скажи, что ты в порядке. Yeah, I guess you're right. Precinct 22, Officer Fanny. Hello? Alex? Is that you? Yeah. It's me. Is everything okay? What do I say? Просто начни говорить. Everything's fine. I just wanted to check in. Are you getting enough to eat? You are, right? And you can come back whenever you want. You know that. Скажи, что еды хватает. Yeah, I'm getting enough to eat. Thanks. I hope you find what you're looking for. I miss you, Alex. Скажи, что тоже скучаешь. I miss you too. Look, I should go. Oh, already? Скажи, что скоро снова позвонишь. I'll call again soon. I promise. I love you. Bye. Bye, baby. Come on. It's cramped in here. I feel better now. Thanks for encouraging me to call. Рад помочь. Рад, да. Сейчас персонаж явно девушка. Протесты все нарастают. Totally, dog. Never seen anything like it in all my 14 years. How do they make you feel? Пересекать границу станет еще труднее. No doubt. No doubt. I still have a few things to clean up around here. By the way, there's a cereal bar in my bag if you want. You look hungry. Oh, and I can call you a taxi too. I hacked into Happy Taxi, because I can, and got some free ride vouchers. Ну, во-первых, батончик, спасибо. А, да, такси было бы супер. It's as good as done. And good luck on your journey, yo. Hope you reach 96. И тебе того же.
практически не сдвинулись. Где Зоя? Ну, а с тобой я еще не ездил, Enjoy the Silence. Ты, блин, конченый псих. Алло? Quiet Place. Today with Happy Taxi. Просто на север. Then just north it is. Now sit back and enjoy your ride with Happy Taxi. Что тут совсем нечего делать даже. Ты по консоль поставил, не знаю. Ты смотришь на меня, смотри на дорогу. All that belonged to the last customer. Да, наброски взрывного устройства. Что это? He left that behind too. Извините. Me too. Этот человек забыл кучу всего. Not a lot gets by you, I can tell. By the way, everything I'm telling you is the truth. We're called Happy Taxi, but we could be called Honest Taxi, too. Maybe you have some questions about the road. I can help you with those. Что думаете про бригаду? You could say I'm not a fan. Я к ним никак не отношусь. I see. Холодная ярость Джареда. А, что передают по радио? You shouldn't be this close to me. I have that for a home project. А это... Что это вообще такое? That's not for your eyes. Ладно. Now sit back and stay seated. Enjoy your ride with Happy Taxi. Слышите? No. Угу. Же это тоже слышали, да? Sorry, I didn't. I'm going to turn the music up now. Do you like dinosaurs? Да? Не буду ничего говорить ему. Did you say something? В животе бурчит. Oh, I see. А, вот что. Не, ничего. Oh no. I think I have a flat tire. Better take a look. Sit tight, okay? Who's gonna kill me?
Что я могу вообще сделать? Господи, ну сказали же, не вызывай никогда такси. Перед дверь. Бежать. Что еще тут есть? У нас есть время. Крадем у него вот это. В смысле, это плохое решение? А Джаред-то у нас зайка вообще такая. Пока, мужик, я побежал. Получить доступ к новым вариантам диалогов. Своевременно. А у него машина, он догнать меня может. Нифига себе, просто побежала. Ламборгини, женщина. Тут-ту-ту-тут. Ух, ни хрена себе. Неплохо. Вот чтобы я еще раз с Джаредом встретился. Вот чтобы еще раз. Нормально. Энергии много, денег нет. Но много энергии. Больше, чем слова. More than words. Граница туда, да? Тоннель. Что за тоннель? Что-то красное, это машина, что это? Кто это? Дети какие-то сидят. Так, хорошо. Что это было? Что это было такое? Ага. Насколько сильно меня ударило солнце по голове? Просто хотелось бы знать. Это, не дети, может быть, даже, но они жили тут вдвоем. Можно взять фото. Фото молодой пары на кемпинге. Возможно, пригодится для чего-то. Убедить, например, призраков не есть меня заживо. Это их фотография около водопада. Нашего водопада. Игра. Загляни внутрь. В день нашей встречи. В день нашей первой ссоры. В день, когда мы поняли, что создано для друга. А где фотография третья? Вот, да? Нет. Соскрести деньги. Удача. Удача на моей стороне. Понятно. Спасибо, Соня. Хоть не потеряли. Так, а где третья фотография-то? Надо найти, вот она. Так, вот молодые пары, двух людей в авто. Слушайте, ну на самом деле мне это никак не подсказывает. Her name was Connie. Ее звали Кони. Давайте поставим. Где там оно? Her name was Connie. Описание, конечно, интересное. Вот, например, в день нашей встречи. В день нашей встречи ты протер дыры в ботинках и носках, так много мы ходили. В день нашей встречи ты остановился меня подвести, я путешествовал автостопом много дней, и у меня начались галлюцинации. Допустим. Я сам создаю эту историю, что ли? В день нашей первой ссоры ты порезал Подожди, стоп, это не то. Там этот... Это будет последнее. В день нашей первой ссоры мы купили еды в придорожной лавке, и я хотел заплатить пополам, а ты мне не позвонил. И в день, когда мы поняли, что созданы друг для друга, мы взялись за руки и смотрели на водопад часами.
Мне кажется, все было так. В день, когда мы поженились, мы увидели прекрасное старое дерево у дороги. Мы взобрались на холм, чтобы до него добраться, и под ним ты сделал предложение на закате. Я не знаю, правильно ли это, или тут нет правильного ответа. Эта история действительно меняется. Так вон он делает ей предложение. Мне кажется, эту историю можно было изменить. Ну, поставить в любом порядке, и неважно. Либо у меня уже галлюцинации, я не знаю, я пойду к ним, короче. Отнесу им этот журнал. Ребята! Я видел вашу историю. Я написал вашу историю, возможно. Два обручальных кольца. Два слегка запыленных. Всего-то они были закопаны. Но однажды утром мы проснулись и поняли, что изменились. В этот день мы отправились к тому старому дереву, нашему дереву. Когда все было кончено, когда мы зарыли яму, мы обнялись в последний раз и отправились каждой своей дорогой. Я не знаю, что это было. Я, пожалуй, пойду пешком. Это наша Дарья, путешественница, будет ходить. И только ходить. Просто в чем разница между... Автостоп всегда выглядит, да, симпатичнее, потому что не тратит энергию. Но мне кажется, что используя какие-то простые пути, мы что-то теряем. Мне не хотелось бы что-то терять. Но у нас есть 3 способности из 6. Это неплохо. У нас теперь есть умные варианты ответов в диалогах. Надеюсь, хоть раз пригодится. Let's get serious. Везде знак бригады уже нарисован повсюду. Мусорки. Да неужели деньги? Быть того не может. Карточку мы так и не нашли. Да это и нехорошо воровать. Правильно, правильно. Не отпереть, не взломать замок мы не можем. Ну, здравствуйте. Chuck's isn't open right now. Renovation. А вы тогда здесь зачем? I'm the project manager. Мне нужно в туалет. Go on. But make it quick. I win! Hand over those bills, Robert. Well, I'm out. Anyone else want a shot at this guy? Aha, not me. Папа Бер смертен, эр хоккей пактл сейтен. Weaklings, all of you. But what about you, kid? Пожалуй, попробую. Я обожал этот хоккей в детстве. Ну давай. Лучше меня никого нет в этом деле. Тем более, в стенке. До 3 очков. Легко. Смотри. Главное, что управление... О, управление на ВСД!
Опа! А кто это у нас тут? А мы на деньги играем, надеюсь? Давай, давай, бей, давай. Давай, давай. Стеночка. Бам. Бам, разыгровочка. Бам. Опа. Так, 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 так. Ой-ой-ой, рандомная залетела. Я? Да, прямо оттуда, прямо сейчас. Ух ты. Ух ты. А, вот теперь мне рандомная залетела, не ожидал. Почему он всегда разыгрывает? Честно. Я думал, он не отобьет. Он отбил. А вот это он не отобьет. $15. Чуть мало. Может, на сотку сыграем? Я готов продолжить, ребят. Мы уже спрашивали. John was an excellent goalkeeper in his younger years, but came up short of making the national team. Guess it still bothers him. There are a lot of things that bother me, Robert. Я не вовремя. Oh, you're not. It's just that John's still living in the past. Chuck, serve this boy a martyr. Here we go. You sure about that, Robert? Our friend here is practically an adult, aren't you? Я хочу отказаться. Не хочу. Нет. Большая? Определенно. Но я не хочу! Сколько мы ее брали? Ей же 18 же. Мы раньше не встречались. Me? No. My name is Robert, kid. Nice to meet you. Взаимно. You know, I do believe there's a reason you're here today. Maybe you should push on, young bud. It's getting late. Whoa, young bud. You okay? You look a little funny. Да, конечно. What did you put in that drink? The murder? Everything. Говорю же, не хочу я пить. Это минус или плюс? Это минус. Минус один? Слава богу, что один, а не три. Kid, wake up. Wake up. Где я? You're in Chuck's basement, kid. John and myself carried you down here. Come on, I want to show you something. Something big. Я не буду с вами, если что. Ни хрена себе. Welcome to the brigade's secret hideout. Можно я встану? А, пока. Хорошо. Я вас заберу, пожалуй. Дверной ключ. И это я вас заберу, пожалуй. Так, тогда, да, иду. John and I were at the border in 86. The brigades have been around for many years. Вы мне хотели что-то показать? Yeah, this. What's the kid doing here, Robert? Твою мать, а как уйти отсюда? А как не ввязываться в дела бригады? Как ты это понял? Может, мне не следует тут быть? I disagree. You're exactly who should be here. The future. Let me start with a big piece of news. Thanks to Zoe, we have intel showing that Tyrak was behind the collapse. Just like we've always suspected. Я знал, что это его рук дело. You're just like 100%. We tried to end his life that day. But he set off the explosives on the peak. Each year they set it off to prevent avalanches.
must have set off too much in 86. I have some other big news. I have a plan to rig a Tyrak billboard. We'll attract cops to it by broadcasting a fake signal. When they arrive, boom, we trigger the device. This isn't a huge move, but it's a good start and will send a strong message. Do I have any volunteers? I'll do it, Robert. This isn't who we are. They're sending teams to the work camp, John. Protests aren't cutting it. And Flores sure as hell won't cut it either. Robert's right. We need to attack. Now! Alex, our little genius, will help us rig the device. If all goes well, he can build us something bigger and badder for Election Day. The kid's out, Robert. He doesn't want to be involved in this. For Christ's sakes, his mom's a cop! We don't need Alex. We can find somebody else to do this. I'm telling you all, violence will do more harm than good. Funny, don't you think, kid? Почему? Funny because John and his girlfriend were the ones who drove the truck to kill Tyrak in 86. I've changed, Robert. Yes, you have. Look, we should vote and settle this right now. Who thinks the brigades need to be more aggressive? I don't. I do. I do. I refrain. I don't. I don't. I do. Free against free. Let's ask the kid. She's here after all. That's why you brought her in. To vote on your side. Incredible. Kid, what do you think? Не буду я голосовать. We're stuck. We'll call another meeting and decide once and for all. I'm disappointed in you, kid. Мы идем по пути вот этого нейтралитета. Я ведьмак. We all know what we need to do. Get in our cars and leave calmly. Kid, no need to worry. They'll never suspect you. Мы как-то с этого начали, я продолжаю тянуть эту линию, если бы... Изи. А если бы мы, как бы, эту историю как-то раскручивали просто разными путями, то да, я бы попробовал разные вещи, но поскольку это все один и тот же сюжет... Ой. Я, пожалуй, не стану. Давайте поиграем на двадцатку. Почему бы и нет? Опа-па-па-па, тихо, спокойно. Бату проще читать. Нет! Как-то выигрывать надо. Ой, как разыграл-то. Сейчас еще и всру. Это будет неловко. Тихо. Как бы так... Бум. Как-то запутать ее надо, вот как, не знаю. Бляха-муха. У меня прилетело. Нельзя больше пропускать. Только не моя двадцатка, пожалуйста. Сам себе чуть не забил! Воу! Тихо! Играем на десятку, играем на десятку. Дайте шанс отыграться. 18%, ну конечно, ну естественно. Ну само собой, не будет у этого. Да, на десятку играем. Да, но на... Нет, играем на десятку. Сука. Ну в смысле? Несправедливо. Что это за комната? Ванна? Ванна, говорю, туалет. Господи. Тут что у нас? Опа. Alex on the road. А тут? Ой, извините. Ладно. Ну, если нам понадобятся деньги на бордере, то мы как бы, в принципе, спокойно сможем забрать те, которые я себе оставил. Пока что именно в пути не нужны были. Так, у нас есть ключи. Я так понимаю, что это ключи от этой вот двери, которая сзади. Давайте посмотрим, может, мы найдем какую-нибудь... Какие-нибудь ключи от тачки.
Хотя я не знаю, что тут будут делать ключи от тачки, если честно. Какая-то свалка. А, да? Хорошо. Это наш путь тогда. Вы забрали мою двадцатку, но я заберу вашу машину. Мы приведем эту страну к катастрофе, потому что я ничего не делаю. Да. Я хочу Зою. Я хочу хотя бы одного персонажа добить до конца. Возможно. Хотя, может, мы еще и встретимся с остальными до конца. Я не знаю. Police Academy. Полицейская академия. Including me, think the law should be changed. If the people of Petria want Tyrak to be our president indefinitely, who are lawmakers to stand in our way? You're absolutely right, Minister. If that's what the people want, then they should have this. Petria, after all, is a democracy. Документы на авто. Зарегистрировано на Элейн Винтерботом. Извините, не я. Но я, пожалуй, себе это возьму. Я правда, не очень похож на Элейн Винтерботом. Автомобиль производства Petria Motors. Petria Motors — сильному народу сильная машина. Давайте поставим что-нибудь. The Road. Освежитель воздуха для Petria Motors. Единственного автозавода Petri. Petria Motors — освежая машины. Надеюсь, на эту музыку нет АП. Не хотелось бы словить. Фанни! Подруга моя, мы с тобой договоримся, я уверен. Any idea how fast you are going? I'm gonna need your license and registration. Конечно, мэм. That's good. Real good. Ой. Как думаете, бригада террориста? Uh-huh. After what happened in 86, you're damn right I do. Now, like I asked, your license and registration. Держите, мэм. Elaine Winterbottom. Really? У меня стрижка свежая. Don't lie to me, kid. I don't tolerate liars. Just a second. You're in hot water. Я не хочу уезжать от Фани, но это Фани. Твою же мать, почему мы... Жму! Я не могу, я быстрее, у машины есть предел. Как могу, еду. Полностью сконцентрирован на том, чтобы не вхреначиться во что-то. Машины, которые стоят на месте, например. Keep going, we'll catch them.
И сколько нам так еще ехать? Я их даже не вижу. Эти парни. Да, бля, 45%. Вы безопасность. Black Brigades, dangerous activists, stay away from them. I should have never gotten you wrapped up in this. What was I thinking? You should go before other cops get here. Это шутка, да? Go. Хорошо. Go. Пока. Это мое. Это право. Которую она скинула, которая государственная, вот это вот. Государственный пропуск. Получите доступ к новым вариантам диалогов с полицией. Так, у нас получается нет только... У нас нету, получается, только возможности работать с хакерством, да? У компьютеров нет тайн. И взлом замков. В принципе, взлом замков не такая большая потеря, потому что можно где-то сломать. Да и, в принципе, это надо со Стэном и Митчем как бы дружить, а они... такие себе ребята. Алекс пока не дал возможности. Возможно, в следующем заходе это произойдет. Едем. Просто едем. Уже приехали? 34. Что-то еще будет. Фанни 68. Не, у нас есть шансы все. Все равно с Сони мало, с Джаредом мало, со Стэном Мищи мало. Но мы уже встречаемся со всеми по разику. Burning. Burning Man. Это реально аналогия Burning Man? Интересно, у меня денег нет. Хотя, в принципе, там ни у кого денег нет. Тун-тун-тун-турун. Соня! Соня, парти! Jesus, the third person? Уж лимузин угнать. Look, all Adam's saying is you shouldn't go in. This weirder could be here. Соня Санчес! This is a party for important... Это не Бёрнин Мэн, ладно. Which is why Adam can't go in. She burned you there. Burned you there. Понял. А, похоже, меня не пустят. Well, are you famous? Да. Все меня знают, я помогаю бригаде. Oh yeah. You famous? Totally ridiculous. Now, I'm going in. Можно мне тоже, пожалуйста? The kid is coming with me. What? Пока, Адам. She's my girlfriend. Come on, kid. Зачем я это сделал? Не знаю. Бросов. Like Sonya said, you gotta be famous. Kid, keep an eye on her for me. There's a psycho after her. За вами псих охотится. Maybe there is, but you can't live your life in fear. Ah, that's a motto of mine. Вы как-то иначе заговорили, почему? Because on the news, I talk like this. When in reality, I talk like this. GNN thinks I sound smarter without the accent. BS, if you ask me. Можно еще кое о чем спросить? Shoot. Что думаете про бригаду? Well, you can't deny they killed hundreds in 86. Вы правы, так и было. I know I'm right. Now go on and enjoy yourself, sugar. Да, конечно. We'll meet up later. Господи, свидание, просто представьте, вот такое встречаться, это ж вообще край. Тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан. Сколько тут возможностей?
гуляю. Так, отсюда мы пришли. Господи, сколько здесь всего. Что вы думаете о протестах? They're a nuisance and a waste of time. What happened to respect for and decency to our superiors? Протестующие тоже порядочные граждане. I think you're confused, just as they are. Возможно, на деле мне вообще плевать. Купить лотерею. А почему бы и нет? Эх, лучше шанса выше выигрыш. Еще раз. Еще раз. Сколько? Опа, так, все. Азарт выключаем. Я знал, что это того стоит. Нет, танцевать не будем. Я так смотрю, изучаю, что это такое. А почему бы и нет? Badges, денежный, надеюсь. Какие правила? Right. $8. Давай. Встать не могу. Я его не уда... Что? Кто-то на вечеринке готов на это меняться. Значок сторонника Тирака. Че, не понял, но... Ну ладно. Аркады должны подешевле стоить. Там по штучке. Странная вечеринка. Все тут какие-то странные. They're all big donors to Tyrak's campaign. He's throwing a big party for all of them ahead of his next election. Tyrak, what a great guy. Супергерой, не иначе. Так, ATM-ка. What do you want, kid? Где автоматы игровые? Не вижу. Вон они. Играть, 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 играть. Киберспорт, киберспорт. Так, мужик уснул. На деньги играешь? Или это так просто потренироваться? Или на значок поиграем? Какой-то ты медленный. Ага. Значок сторонника, неплохо. Спасибо. Так, два значка и играем в Pong. Что это? О боже мой, то же самое, только в 2D. В это я неплохо играю. Но, опять же, управление могло бы быть и поотзывчивей. Ать, отлично. Я не планировал эту сторону, но получилось. Так, три значка мы получаем, потом будет какой-то приз. Что за приз? В самый левый угол он не успеет. Отлично. И при этом кто-то на вечеринке готов... А, подожди, меняться, видимо, как раз имеется в виду приз. А кто? Сюда меня не пустят. Может, вот тут, где все пурпурное... Это тоже какая-то игра. Соня. Так, как получить приз? А... Что это за вечеринка? Tyrak loves to throw parties for his biggest donors. You must be the daughter of someone important.
Да. Не представляешь даже. Так, пойду добуду остальные значки. Good luck. Окей, 3 значка. Может быть, ты? Какие-то призы? Нет? Еда-то мне не нужна. Hi, kid. Perhaps you'd like to play. Yeah, we'd like to play. Да, сыграю. This round is free, young lady. Okay, focus on the ball. Ready? Here we go. Here we go. Yeah, I got it. And you win. Забайтил у меня, да, теперь такой типа. Ага. Давай, я в это умею, в принципе. Понятно, что он сейчас будет усложнять в 16 раз. Давай на десяточку. Incredible. Может еще? Another round? Да. I'm gonna get in on this. Put a little bet down on my own. The lady has spoken. Сейчас мы его стрясем. Shoot. Left my wallet near the camp. Да в смысле? Get it for me, lamb chow. Окей. Твою мать, он здесь! Соня, Сонечка, 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 беги! Сонечка, тут конченый ди... Сонечка. Надо, это самое... жуткий тип. Сонечка. Твою мать, Мич до... Стоп, подожди, надо следить. Сонечка, тебя сейчас грохнут. Но я этого не знаю. Типа. Сейчас точно повезет, давай. Не потеряем же мы все деньги. Как же я это сделал? Сюда. Еще. Я просто не могу не выиграть. Это было невозможно. Сонечка, мы много выиграли. Сонечка. Санюль, Соня, я как-то это боюсь, там тип. Соня. Вам угрожает опасность. Сонечка, вам нужно покинуть помещение немедленно. Блять, какая ты тупая. Не стоит оставлять вас одну. О, да, против пистолета. Она мертвая будет. Что мне делать? Принеси выпить. Не поменяю я значки. Может, ты меняешь значки? Нет. Это кто? Это танцевать. Сонечка, Сонечка, как бы не хотелось, чтобы кто-то умер. Да, что? Что он сказал?
grunting. Ну да, он такой. I know that much. Блин, а мы на этом персонаже с ним катались в такси, да? Я же его знаю, типа. Очень сильно печально. Так, сыграть в аэрохоккей. Кто мне, блин, поменяет значки? А Сони там уже нет. Естественно. Куда делась Соня? Я не знаю, kid. I thought she was with you. I really hope something bad didn't happen to her. Где Митч со Стэном? Соня! Соня, где вы? Соня! Я даже не знаю, куда идти. Соня! Сюда он не мог ее потащить, по идее. Сюда и пройти нельзя. Вы видели Соню? No. Соня, где вы? Да это не сработает. Вы не видели Соню? Куда? В какую сторону? Вы видели Соню? No, we haven't. Sorry. There are other fish in the sea. Так, они могли пойти туда? Типа... Ну, там Адам и охрана. Сука. Три значка собрал. Да, очень своевременно. Незаконченный проект. Спасибо. Обязательно. Обязательно. Не знаю, нахрена мне это? Тоже протестуете, Соня? Сонечка? Соня! У охранника спросить нельзя, у этой спросить нельзя, у этого спросить нельзя. Что делать? Туалет. Мог затащить он ее в туалет? Нет. Я не знаю, куда идти. Я не могу. Не. Вы видели Соню? I have not. Sorry. Так, я иду к охране. Я иду к Адаму. Вы видели Соню? Driver, твою мать, Адам. Я потерял Соню! Ее преследователь здесь, надо его выследить. А, тогда ладно. Besides, we'll never get him or her now. Too many people here. But thanks for looking after her. I know she's Sonia, but she's a good person underneath. Стоп, вы влюбились? Можно я проверю лимузин? Это не она же там внутри. Мне жаль. Around, okay? И что это было? И что это нахрен только что было? Я обратно не вернусь, да? Можно было, кстати, ключи, наверное, где-то найти. А, боже, а если я такси вызову? Я ничего не понял. Я вообще ничего не понял. Как-то это ненормально. Hard Knock Life. С кем встреча на этот раз? Слышали что-нибудь про день выборов? Just that it's gonna be big.
Пожалуйста. У нас, правда, сатен. Я не важно. Денег много. Something's gonna go down. Можно подождать, а можно просто выйти. И все? Весь интерактив? Мы, наверное, из-за этого что-то потеряли, нет? До 9. Ну, мы какую-то встречу, возможно, потеряли из этого автостопа. Джон, Фанни, Алекс. Ну, мы со всеми не закончим встречу. Мне кажется. Все равно Зои как-то предоставляют как более, как будто главного персонажа. Катсцену он с ней нарисовали. Если у нее сейчас будет шанс сбежать, я потрачу все, что у меня есть, чтобы она смогла это сделать. Так, тут теперь закрыто. Блин, получается, я не уверен, но у меня вот реально есть теория, что из-за того, что мы можем иногда пользоваться автостопом, мы из-за этого теряем встречи. А теряя встречи, мы, соответственно, не довозим сюжет персонажей до 100%. И это будет очень грустно, если мы не посмотрим, а мы явно уже не посмотрим. Не сказать, что я люблю такой подход, потому что была игра, визуальная новелла по... Vampire the Masquerade Coteries of New York называлась, и я ее в итоге вообще не прошел. Там тоже была как бы история, связанная с тем, что какие-то разные персонажи, разные задачи, но за полное прохождение сюжета ты не успеваешь все сделать, просто чисто физически. Вот, там это прям на, ну, неадекватном градусе плохо сделано, а здесь... Перепройти игру, чтобы посмотреть другие варианты развития событий, да. Перепройти игру, потому что я не сумел посмотреть все сюжеты. Ну, такое. Но это пока не точно еще. Привет. Backpack, dirty, smelly. I take it you're looking for the cave. Вообще-то да. Me too. Follow me. We need to get away from the road. I know where the cave is. At least, I think I do. My name's Zoe. I don't know about you, but I've had a pretty intense journey to get here. Полезный опыт. Tough, but good. Хочешь выговориться? All I'll say is, after everything, I'm a different person. And that's good. Believe me, I want to help people now, not just myself. I took off with no plan. Thank
hoping I could find a friend. Saying hi and shaking hands. I hope this moment never ends. It feels so good. See the waterfall? Over there! That's where we're headed! Streams attached, no looking back from ocean waves to desert skies and summer nights, I know. The road is my home. Wow, look at this view. Despite everything that's wrong here, there's still so much beauty. Это точно. Just a sec. I want to try something. Echo! Echo! I know, cheesy. But I've always wanted to do that. You must have had some pretty amazing adventures yourself. Есть хорошие, есть не очень. Yeah, I totally understand. Some are too painful to talk about. But these experiences, they've made us stronger. I'm not a masochist, but I'm thankful for them. Cave should be just up there. Again, I think. Follow me. Может, она сейчас посмотрит на граффити. Потому что, видишь, как-то Зои ведут. Не могу я этого понять, но как-то ее ведут. Looks like some real free spirits were here. Да. Очень сильно free spirits. Ты добавишь? Верьте только себе. You're a free spirit, I see. I used to be like that too. Твою мать, а теперь она в бриг... Подожди, как она типа в итоге в бригаду, если я вообще вот в их сторону никак не двигался? I can't believe this place really exists. It's so cool. Come on, let's check it out. Камешек добавь. Это традиция, женщина. Look, someone left their things behind. Да, тут бабки лежат. Тому, кто оставил здесь деньги. До меня доходили слухи про камень, однако не верилось, что это правда. Не знаю, кто вы и хотели ли перейти границу, как я, но спасибо. Правда, спасибо. Благодаря вам у меня есть шанс навсегда убраться из этого ада. То есть, типа, оставить деньги другим, а там все-таки спрятать. Я не помню, сколько там лежит, кстати, потому что сюда я оставил больше. Ну да ладно. Так что мы делаем? Оставляем деньги другим? Я бы соточку себе пока что прикарманил. Тут хочешь-то взять спички. Записная книжка. Спички возьмем. It's somebody's journal. Что там? A man and his son were traveling together. This cave isn't only used by teens. He was frightened they wouldn't make it. Надеюсь, у них получилось перейти границу. Me too. This country has ruined so many lives. Come on, let's go back and start a fire. It's cold in here. Grab some sticks, and we'll need a light. Столько достаточно?
Know how to start a fire? If we can start one, we should be warm and toasty in no time. О чем думаешь? Look, can I tell you something? Я сплошное внимание. You know how earlier I said I wanted to help people? Да. Well, this is how I'm gonna do it. Засекреченный документ, мема. Что касается грядущего торжественного пуска насоса в эксплуатацию, рекомендовано не отвечать на вопросы, связанные с событиями 86-го года. Маловероятно, что у вас попросят комментарий по этой теме, особенно от Сони Санчес, но любой ответ легитимирует вопрос и сеет сомнения в головах избирателей. А этого мы допустить не можем, если хотим победить ту женщину. Мы все знаем, что в этот день погибли люди. Фредерик по вине ли бригады или нет, но поджог горы в тот день того стоил. Подумайте, что будет с нами, если они когда-нибудь придут к власти, президент. Что это? Classified government documents showing the brigades didn't cause the collapse in 86, like everyone says. Что? Такое удивление. Mount National was rigged with explosives to prevent avalanches, like every other year. When the brigades tried to take Tyrek out, he triggered the explosion. Откуда у тебя это? Let's just say, my dad has a very important position in the government. Что планируешь делать? The brigades are gonna help me reach the other side. When I get to the border, they'll send me a signal. And when I cross, if I cross, I'll share this with every foreign news outlet I can. Я могу помочь? Oh, if you want, sure. We should probably get some rest then. Причем как можно больше. И то верно. Tomorrow is the beginning of the end of Tyrek. I hope. И я. Твою же бить! Типа, у меня остался один вариант, как сбежать. Или, может быть, тут будет... Тут, наверное, что-то будет совершенно другое. Вы понимаете, что мы просто не имеем права ошибаться сейчас? Она оставила записку и куда-то ушла. Ты чё? Дружище, я вдруг поняла, что так и не знаю твоего имени. Может быть, это стрёмно, но я решила уйти. Думаю, будет лучше, если я перейду границу одна. Это опасно, я не хочу, чтобы с тобой что-то случилось. Удачи при переходе, ты останешься в моих мыслях, дружище, и надеюсь, однажды увидимся на той стороне. По скриптам, крупный камень у входа на вид неустойчив. Надеюсь, он не сдвинется после моего ухода и не создаст тебе проблем. Обнимаю, целую, Зоя. Крупный камень у входа. На камень у входа почему-то ушла одна. А, да, нам сюда больше нельзя. Или что? Слушайте, это, судя по всему, последний персонаж. Я так понимаю. Нет, я оставляю все деньги себе. У нас 4 энергии, это катастрофически мало. Надеюсь, мы сможем купить. Мы обязаны просто сбежать. Ни хрена себе. Неплохо. Плеер. Можно поставить себе любую музыку. Да? Я могу прямо вот так сделать. Ой. Могу. Это ее плеер, кстати. Блин, Зоя, ну чё ты? Ну почему так-то все вышло, а? Зои 100%.
sex alone. Are you kidding me, man? This Walkman is a piece of junk. You should be arrested for trying to hawk this. It's you! Мне казалось, ты уже свалила. That makes two of us. It's really nice to see you. Listen, I hope you're not angry with me about the cave. I was just trying to help you. Really. Было обидно, но я тебя понимаю. Thanks for understanding. Почему ты не перешла? There's been a delay, but I might cross tonight. That's why I was trying to buy a Walkman. To hear the signal. Какой сигнал? Maybe I shouldn't say this here. The brigades are gonna send me a signal, telling me when it's right to cross. They could be sending me the signal right now. I need a Walkman. Такой? Ah, I dropped it in the cave, of course. Come on, let's listen to it in my tent. Follow me. Подожди. Beautiful view, huh? Except for that monstrosity in the middle. Как ты собираешься переходить? There's a plan, but I can't tell you here. Come on, let's go to my tent. Zoe's is a friend of mine. Yes. Кто это был? Sean knows I'm with the brigades. He's cool. Так это твоя палатка. Look at those trucks lined up to cross. They're selling our resources to the rest of the world. But 99% of our people will never see any of that money. It all goes to Tyrak and his cronies, including my father. So, can I have my Walkman? Да, извини. Put it on 191.9. Народная станция. This is 191.9, the voice of the brigades. This is your papa baby here. Before we begin, a personal message for Z. This is it. The rooster will sing three times. I repeat, the rooster will sing three times. That was a signal. И что это значило? At 3 in the morning, a truck will crash into the wall. It's a diversion, something to draw security in. That's when we cross. Мы? I've been thinking, having someone with me could actually help. Wait, you do want to come with me, right? I didn't even ask. I would totally understand if... Конечно, я хочу с тобой. Great. Okay, then. I know it's not cool, but we should get some sleep. You know, it's gonna be difficult, even with a diversion. В пещере то же самое говорила. I know I did. But this time, when you wake up, I'll be there. I promise. And then we'll cross together. Сладких снов, Зоя. Good night. И что, мы так тупо будем бежать? И это должно сработать? Мне почему-то кажется, что ты знаешь, возможно, как просто концовка именно Зои, там будут еще персонажи. Я не знаю, но вообще мы до финала уже как бы двигаемся, как будто... Просто выбор-то там в сентябре, ё-моё! Лечу как могу. Ч-ч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 
Открывай дверь. В смысле заперта? Что делать? Очень-очень весело. Нельзя ошибаться, просто нельзя ошибаться, я не знаю. Лечу. Идем. Самый конец, белая дверь, самый конец, белая дверь, там камера. Давай, давай, давай. И что? Давай, мы справимся. 10 секунд. Куда? Прыгай! А, прыгай, 10 секунд, поехали. Понеслась! А куда я бегу-то? Нет! Нет! Спасай! Давай, давай, давай! Беги! Yes, you might lose your life along the way. But for each person that falls, another rises up. The trick is to keep moving forward. Мы победили. Я вытащил Зои. Ну, по идее, у нас есть время на еще одно приключение. Эпизод 5, и потом еще эпизод 6. Видимо. Да, и мы вытащили Зои. Господи, что происходит в этой игре? Как же она мне нравится. Продолжим в следующей серии. На этом пока что все. Если вам понравилось, поставьте лайк, прокомментируйте, подпишитесь на канал, если еще не подписаны, и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Увидимся с вами в следующей серии. Всем пока.